Үкімет пен есеп комитетінің есептері ағымдағы жылғы 6 маусымда парламент сенатының жалпы отырысында жан жақты қаралды. Есепті кезеңде негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер оң серпінмен өсті. Негізгі капиталға инвестициялар 17%-ға өсіп, өнеркәсіптік өндірістің ауыл шаруашылығының және құрылыс көлемінің өсуіне қамтамасыз етті. Пайдалануға берілген тұрғын үй көрсеткіші 12%-ға артты. Тауарлар мен қызметтер өндірісі 4%-ға ұлғайды. Бұл алдын ала деректер бойынша жалпы ішкі өнімнің 4.1%-ға артуын қамтамасыз етті. Ең позитивті өсім халықтың нақты ақшалай кірістерінің 4.3%-ға өсуі. Халықтың кірістерінің және тұтынушылық несиелеудің бірге өсуі ішкі сұраныс пен бөлшек саудаға оң әсерін тигізді. Депозиттердің жалпы көлемі 6%-ға, салымшылардың зейнетақы жинақтары 20.5%-ға артты. Есепті жылда республикалық бюджеттің кіріс және шығыс бөліктерінің көрсеткіштері орындалды. Баяндалғанды ескере отырып, 2018 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы үкіметтің есебі мен есеп комитетінің қорытындысын мақұлдауды ұсынамыз. Сонымен қатар есептерді қарау кезінде сенат депутаттарының тарапынан бірқатар ескертпелер мен ұсыныстар айтылды. Бірінші, заң жобалау жұмысы бойынша 2018 жылы парламент 80 заң қабылдады. Соның ішінде үкімет енгізген 5 дербес заң жобалары бойынша депутаттар 808 түзету енгізген. Бұл орташа алғанда әр заң жобасына 160 түзетуден келеді. Бұл деректер заң жобаларының сапасыз әзірленуін, құқықтық мониторинг тиісті түрде өтпейтінін, жүргізілген ғылыми сараптаманың тиімсіздігін көрсетеді. Есептерде заң жобалау жұмысының сапасына, нормативтік құқықтық актілердің жобаларына, ғылыми сараптама өткізуге бөлінетін қаражаттың тиімділігіне қатысты талдау жоқ. Мемлекеттік бағдарламалардың талдауы көрсеткендей, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі дамудың стратегиялық жоспарының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келмейтін көптеген нәтижелер көрсеткіштерін қамтиды. Бұл стратегиялық және бюджеттік жоспарлаудың көрсеткіштерін, мақсаттар мен міндеттерін талдауды және байланыстығын қажет ететін стратегиялық және бюджеттік жоспарлаудың үйлесімділігінің жоқтығын көрсетеді. Осылайша стратегиялық жоспарлардың орындалуының мониторингінде негізгі фактор формальды түрде игеру мен жоспарларды іске асырудың санды бағалануы болып табылады. Осыған орай сапалы жоспарлау және салынған қаражаттың әсерін бағалау үшін әр бюджеттік бағдарлама әкімшісіне ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп барлық қолданыстағы индикаторлар бойынша бюджеттік қаражаттың тиімді орындалуын есептеу әдістемелерін әзірлеу қажет деп есептейміз. Предлагаем в отчетах обратить особое внимание на объемы и реализацию бюджетных программ по субсидированию, кредитованию, капитальным затратам и бюджету развития. Качественное планирование и эффективное исполнение этих программ предопределяет рост качества жизни населения и стимулирование экономики, кроме социальных выплат. В разрезе функциональных групп доля расходов социального блока в общей структуре расходов выросла на 10%. В то же время снижены расходы на стимулирование реального сектора экономики. Рост расходов на социальную сферу обоснован и необходим. Однако, учитывая низкую долю налоговых поступлений и значительный объем переплаты за счет авансовых платежей в бюджет, необходимо оценить риски бюджетной обеспеченности на перспективу. Доходная часть. Каковы резервы увеличения доходной части бюджета? Первое. Доход квазигоссектора 652 миллиарда тенге. Доходы бюджета от дивидендов на государственный пакет акций составил 15,6 миллиардов тенге. Это 2,5% от чистого дохода квазигоссектора. Считаем некорректной проводимую дивидендную политику. Чистый доход должен поступать в бюджет, а необходимость выделения средств из бюджета квазигоссектору должен быть обоснован соответствующими бюджетными заявками. В отчетном году квазигоссектору из бюджета было выделено 512 миллиардов тенге. В то же время общий долг вырос на 36 миллиардов тенге и составил 14 триллионов тенге. Второе. В рейтинге стран по доле налогов в ВВП мы занимаем 138 место.
Потери дохода бюджета от налоговых льгот существенны – 3,2 триллиона тенге, а выгоды получает 75% крупных компаний. Наше предложение – систему налоговых стимулов необходимо рационализировать, увязать с размером инвестиций и ориентировать больше на снижение инвестиционных затрат. Второе. Всем отраслевым министерствам необходимо проанализировать эффективность, целесообразность предоставленных финансовых и налоговых стимулов. Отраслевым министерствам надо довести план-прогноз по доходам в бюджет от отрасли, что должно повысить их ответственность за исполнение бюджета. По государственным закупкам в 2018 году было заключено договоров на сумму 2,9 триллионов тенге. Из них открытым конкурсом 20%, из одного источника 73%. Фондом «Самрук-Казана» проведено около 300 тысяч закупок. Из них открытым конкурсом 7%, из одного источника и по прямым договорам 63%. Кроме того, по государственным органам 49 тысяч поставщиков выигрывали конкурсы более 5 раз. По фонду «Самрук-Казана» количество юридических лиц, выигравших тендеры более 5 раз, составляет 26% от общего количества поставщиков, выигравших тендеры. То есть определенная группа подрядчиков выигрывает конкурсы и передают подрядные работы субподрядчикам с определенным дисконтом. Общий объем государственных закупок и закупок квазигоссектора составил 8,4 триллионов тенге. Вывод. Нет конкуренции, нет возможности для развития малого и среднего бизнеса, нет возможности платить достойную заработную плату. Наши предложения. Первое. Внедрить электронные счета фактур по всем видам закупок государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора. Второе. Внедрить систему автоматического определения квалификации потенциальных поставщиков на бальной основе. Обратить внимание на рассмотрение жалоб уполномоченным органам в сфере государственных закупок. Из 14 629 зарегистрированных в реестре жалоб веб-портала государственных закупок не удовлетворены 49%, удовлетворены частично 22% и удовлетворены полностью лишь 27%. За отчетный период на развитие сельского хозяйства из бюджета через субсидирование и кредитование было выделено 200 миллиардов тенге. Как известно, на селе проживает 42% населения страны. Отрасль имеет достаточно хороший удельный вес по добавленной стоимости, а сумма уплаченных налогов составляет 2,3% от добавленной стоимости. В отрасли один из низких показателей среднемесячной заработной платы – 110 тысяч тенге. Импорт продовольственных товаров составил более 3,6 миллиардов долларов с ростом к 2017 году. Производительность труда – 5500 долларов. К примеру, в Белоруссии – 12,7 тысяч долларов, в России – 13,2 тысяч долларов. Есть системные проблемы в сельском хозяйстве, это очевидно. Годами накопившиеся проблемные вопросы одно министерство сельского хозяйства, видимо, не решит. Считаем, что эти вопросы нужно решать комплексно правительству страны. Проблема экономического роста заключается и в том, что рост требует здоровой банковской системы. Некогда передовая банковская система в отчетном году оказалась на грани банкротства. На ее спасение из бюджета было выделено 2,1 триллионов тенге. Уровень кредитования экономики к ВВП составил самый низкий исторический минимум – 22%. Среднемесячная заработная плата одна из высоких – 364 тысячи тенге. Потери бюджета от налоговых льгот финансовому и страховому сектору составляют 847 миллиардов тенге. Перспективы банковской системы весьма неутешительны. В отчетном периоде в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности по фактору финансовая система мы находимся на 100-м месте, в том числе надежность банков на 120-м месте. В целом необходим комплекс мер по созданию устойчивой макроэкономической конструкции. Не менее сложный вопрос расширения налогооблагаемой базы. Первое. Пороговое значение регистрации НДС, пожалуй, одно из самых высоких в мире. Есть основания для его поэтапного снижения с целью увеличения численности плательщиков. Всего налогоплательщиков и юридических лиц 457 тысяч, из них плательщиков НДС всего 18%. ИП – 1,2 миллиона, плательщиков НДС – 1%. В отчетном году объем произведенной сырой нефти составил 90 миллионов тонн. 80% от объема экспорта страны составляет сырье. Из них доля нефти 73%.
По данным Министерства энергетики, наибольшее производство нефти мы ожидаем к 2025 году 100 миллионов тонн. Если взять цену за один баррель 60 долларов, то прирост на 10 миллионов тонн нефти в течение предстоящих 6 лет даст бюджет дополнительно 500 миллиардов тенге. Это означает, что возможности использования сырьевого потенциала для роста экономики завершаются. Можно сказать, что некогда обоснованная, необходимая экспортная сырьевая модель экономики свою миссию выполнила. Необходима другая модель роста экономики. Безусловно, сырьевая часть экономики будет присутствовать. Но акцент добычи сырья в труднодоступных месторождениях необходимо увязать с применением современных технологий высокой производительности труда, а не снижением коэффициента налоговой нагрузки. За годы высоких цен на нефть мы, к сожалению, не смогли создать институциональную связь между сырьевой и несырьевой экономикой. Страна практически не представлена на мировом рынке как экспортер готовой продукции конечного потребления. У нас даже нет статистической базы данных по выпуску готовой продукции второго, третьего, четвертого передела. Учитывая узость нашего внутреннего рынка, наши перспективы видятся в импортозамещении и экспорте обработанных товаров. Для этого нам нужен рэнкинг привлекательности зарубежных страновых рынков для казахстанского экспорта несырьевых товаров. И можно рассмотреть вопросы привлечения инвестиций из этих стран с последующей реализацией товаров на экспорт на их же рынки. Другая большая возможность для Казахстана – это рыночный потенциал торгового коридора. Сейчас через этот коридор проходит только 0,2% экспорта из Китая в Европу. По данным Всемирного банка, к 2030 году этот потенциал увеличится в 10 раз. Общая стоимость транспортировки через океан, включая издержки товарооборота, составляет 36 тысяч долларов. А по коридору через Казахстан и дальше в Европу – 26 тысяч долларов. То есть этот коридор очень конкурентоспособен. Чтобы его реализовать, необходимо создать условия для международной торговли. По данным экспертов Всемирного банка, в течение предстоящих 10 лет только за счет роста торговли ВВП Казахстана может увеличиться на 20%. Для этого нам необходимо решить две проблемы. Первое – создание и улучшение инфраструктуры для торговли. Второе – сокращение задержек и затрат на границе при транспортировке грузов и товаров. Так, стоимость транспортировки контейнеров из Казахстана в Шанхай – 5 раз больше, чем транспортировка этого же контейнера из Польши в Шанхай. Надеемся, что вновь созданное Министерство торговли и интеграции все эти вопросы решит. Құрметті депутаттар мен үкімет мүшелері, басты мақсаттарды орындау үшін, яғни азаматтардың әл-ауқатын арттыру және экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін экономиканы дамыту резервтерін іске қосу жөнінде шаралар қабылдау қажет. Парламент пен үкіметтің осы бағыттағы бірлескен жұмысы тиісті нәтижелер береді деп сенеміз.